Мы открываем большую посылку. Да, Алис, большая? Ой. Что это? Ух ты! Ух ты, я так думаю, ух ты. Классные. Классные штуки. Так, коробки мы нашли такого осьминога. Интересно, это все снимается, наверное. Да, снимается. Треугольник, квадрат, круг. Осьминожек. Тут на нем расстегивается замочек и застегивается. Да, а это что? Грибок. Смотри, все отлепляется. Ух ты, какие счеты. Пуговки. Бантики. Подарки, говорит. Да, на подарки завязывают бантики. Это бантики. Надо их учиться завязывать и развязывать. Да? Пуговки. Пуговки. Застегиваются? Что-то у меня одной рукой не получается. Да, расстегиваются. Хочешь с той стороны посмотреть? Видишь, они все лепятся липучками. Вот так. Вот так, на липучках. Синяя Кати. Спасибо. Синий. Синий, да. Бантик. Синий бантик. Бантики. Белые бантики. Белые. Бантик. Ну, не совсем белый, какой-то розоватый. Кучик. Смотри, Алис, тут книжечка. Алиси. Пришиты липучки. Вот тебе ленточки больше всего нравятся, да? Ой. Кажется, тут что-то в кармашке лежит. Да, тут еще всякие частички лежат, листочки. Это книжечка из такого плотного материала очень, где все можно отлепить и прилепить. Вот. Тучка с котенком. Политики. И листочки. Что случилось? Что? Она хочет их снять полностью, Кать. Они ленточки. Полностью. Они пришиты? Да. Они пришиты, Алис, смотри, пришиты. У тебя же есть ленточки там в комнате. Пойди возьми. Алиска почему-то все время хочет поднять его. Наверное, она хочет, чтобы мы отлепили все вот эти лапы и взять чисто тот кружочек. Мне так кажется. Чисто как пуфик. Все, бери. Бери. Что ты с ним планируешь делать? Сидеть на нем? Или что? А, малыш? А здесь? Цеплять сама хочешь? Вон оно что. Так, ну я пока дальше посмотрю. Тут такая елочка у нас есть. На игрушки, синенький. На заклепках. Ого. Синенький. А еще привязанный. Синенький, да. Видишь, с пуговками синенький. Ты будешь учиться, как пуговки можно открывать? Дорожка, да, получилась? Замочек. Ой, ты молодец. Замочек мы уже умеем. Открыла Алиса, да? Молодец. Булочки. Пуговки можно тоже расстегнуть. Смотри, вот так, Алисочка. Да. Смотри, Алис. Треугольник. Квадратик. Квадратик. Домик делаешь? Домик. Домик делает, Катя. Смотри, нашла треугольник, квадратик, а делает домик. Ты умница. Молодец. Ровненько, да? Круг. Круг. А куда ж круг? Руль, что ли? Нашла круг. Нашла круг, да.
Молодец. Посмотри, какая елочка. Она вся разбирается. Да, вот это снимается. Тяни сильней. Это расшнуровать можно. А еще ее можно разобрать, я так понимаю, верхнюю часть снять. Да, можно. Смотри, как елочку можно. Оп. Собрать, разобрать елочку можно. Ух ты. Большой круг. Большой круг и маленький. Маленький круг. Да? А если маленький положить на большой, что получится? Смотри. Смотри. Оп. Колесо получилось. Колесо. Это колесо. Да? Колесо. Такие мы выдумщицы с тобой. Катится, катится. Катится, катится. Сразу колобком стала. Колобок, да, похож. Это просто геометрические фигуры разноцветные. С двух сторон, смотри, тут фиолетовый, а тут зеленый. Видишь? Тут красный, а тут синий. Ух ты! Овал. Овал, да. Прямоугольник, да. Квадратики. 10 геометрических фигур разных цветов. Можно действительно что-то складывать. Вот как Алиса домики делает. Она будет так играть. Класс. А смотри, этот большой, этот поменьше и этот маленький. Да? Овал. Овал. Один. Один. Кам. Два. Три. Три. Четыре. А сакалей. Да? А сакалей. Что это значит? Квадратик. Квадратик. Один. Один. Там. Два. И. Три. И четыре. Четыре. Пять. Пять. А вот это у нас игры с Алисой теперь будут. Класс. Да. Смотрите, какой тут еще есть набор. Прищепки. Вот такой кружочек основной. И вот такие кружочки дополнительные. Вот. И я так понимаю, можно как-то их между собой... А, можно, наверное, гусеницу делать. Вот что. Это будет гусеница. И, наверное, что-то еще можно, типа цветочка делать. О, это гусеница получается. Подожди, а зачем тогда прищепки? О, тут еще солнце и туча. Во какие. Солнышко и тучка. Так, а дальше у нас вот в таком конвертике находится... Смотрите, вспомните, где я это увидела. А ну-ка, кто мои видео давно смотрит, вспоминайте, где мы это с вами недавно видели. Жилетики. Открываешь вот один. Догадываешься, как его открыть. Дальше следующий, догадываешься, как его открыть. И так далее, и так далее, и так далее. Их там очень много. Где мы это с вами видели? Кто помнит, напишите в комментариях. И дальше здесь целый такой детский коврик. Я развернула коврик. Смотрите, что здесь есть. Здесь можно считать. Он так и называется по-украински рахівниця. Вот здесь, видите, можно цеплять. Там 1 плюс 2 равно 3. Будем изучать счет. Смотрите, какие огромные морковки, допустим. Все это можно считать. Правда, Алиска и так до 10 считает, но плюсовать-то она еще не умеет. Поэтому именно складывать, вычитать можно на вот таком коврике учиться. Например, на дереве висело 4 яблочка. Одно яблочко упало. И, кстати, тоже здесь, видите, это пуговица. Вот, упало. Сколько осталось яблочек? Есть тут облачко, на которое цепляются прищепки. Есть домик, у которого, кстати, по-моему, открываются дверки. Интересно, что там внутри. Надо срочно заглянуть. Ну, так неинтересно. Сделали бы хоть какую-то зверюшку. Надо самой туда что-то приклеить. Есть бабочка со шнуровочкой. И такие цветочки на кнопочках. О, это тоже классная идея. Алиса! Алис! Алис!
Иди посмотри, что там еще. Смотри, какой коврик. Нет, колобок. Колобок ищешь? Колобка тут нету. Смотри, морковки есть. Иди посмотри. Иди потрогай. Будешь садиться, да? Да. Садись. Смотри, здесь все можно отцепить. Вот цветочек. Пахнет резиной. Можно его прицепить. Оп. Смотри, он еще и покрутиться может, когда прицеплен. Видишь? Пахнут цветочки. А смотри, на дереве яблочки растут. Найдешь где? Дерево. Где дерево с яблочками? Дерево. И рыбки плавают, смотри. Курики плавают. Где рыбки плавают, покажи. Курики плавают. Да, вот они, рыбки. Сколько там рыбок плавает? Один. Деревья. Деревья, два дерева, да? Один с грушами, одно с грушами дерево. Вот, груши растут. Второе с яблоками. Посеюни. Нравится тебе коврик? Очень много всего в посылке. И вот еще что-то. О, это уже как раз цветочки. Смотри, ух ты, смотрите. На шнуровке. На кнопочках. А, они еще и расстегиваются. Правда, мне кажется, такие будет сложно ребенку расстегнуть. И на липучках, наверное. Да, точно на липучках. Класс. Это красивые. И даже это еще не все. Здесь еще коробка и вот такое что-то треугольное длинное. Что там? Что-то. Ух ты. Тоже коврик. Открываем коврик. Можно вот так? Можно. Хорошо. Так вот другой стороной, наверное. Явно. Что это за парус? Ну так ты что, сам не видишь? Это шикарная вещь. Сейчас будем Алису учить ходить правильно. Кать, зови Алису. Ходить и ползать. Это просто шикарнейший коврик. Как Чарли Чаплин, что ли? Ну это потому что для маленьких ножек. Поэтому у тебя как Чарли Чаплин, а для нее это нормальные шаги. Алиса! Ух ты! Алис, давай ладошками. Вставай ладошками туда. Давай ладошку. Ладошку к ладошке. Да, давай. Вот так. Ложи на ладошечку. Надо, чтобы все-все пальчики совпали. Да, только не так, а наоборот. Смотри, вот так. Вот, смотри. Сюда этот пальчик, сюда этот. Сюда этот, сюда этот и сюда этот. Вот так. А вторую ладошку сюда. Да. А теперь эта ладошка. Ложи, ложи. Ложи ее туда. Нет, это большой пальчик, вот этот. Вот, вот так, этот сюда, вот так. Ложи пальчики, так. А теперь эта ладошечка идет туда. Давай, одна. Смотри, как мама делает, сейчас покажу. Давай еще ладошки ставь, где ладошки нарисованы? Алиса, где ладошки нарисованы? У нас собачка топает. Осталась у нас еще одна посылочка. Алис, смотри, папа открывает еще. Да-да, правильно, ставь ножку туда. Ножку ставь. И наступай ножкой на нож. Она научится. Алиса, что это? Что это такое? Смотри, красивое. И Маха пришла смотреть. Косточка. Собачкина, да? Только их не порежь. Вот кошка любопытная. Смотри, даже Махе интересно. Что там папа открывает? Квадратики, да? О, смотри!
Что это за квадратики? Цифры. Сейчас мы их дальше откроем. Два – это две бабочки. Шесть рыбок. Вот шестерка даже с точечкой. Такие вот цифры. Интересно, тут плюс-минус есть? Прям даже очень интересно. Надеюсь, есть. Тогда можно даже примеры тоже складывать. Семерка. Так, звездочка есть. Плюса и минуса пока не видела. Что-то уже, думаю, не будет. Чё, вообще пустой? Пустой, это может ноль? Ах, нету плюса, минуса равно нету. Жаль.